Привет! Сегодня я хочу вам показать вот эти портреты. Это Гэндальф, выполнен в технике сухая кисть. Далее голодные игры, та же техника. Опять голодные игры, только выполнено в простом карандаше. И любимая многими «Игра престолов», выполнена цветными карандашами, только очень-очень мягкими. «Игра престолов», сухая кисть. Так, это тоже сухая кисть, только актриса знаменитая, американская. «Мистер Бин», пастель. С цветными карандашами вперемешку. Все портреты выполнены в 2017 году еще. Это тоже пастель. И «Обитель зла» тоже выполнена в пастели.